Да, короче, сейчас ничего не стопаем, просто бьем босса. Первый слизень замедлен не будет, поэтому сейчас, когда вылазит слизень первый, мы все сбегаемся в одну точку, чтобы, когда слизень выбрал цель, мы все уже стояли в цели зеленого, то есть в черепке. Мы его усиленно бьем, он доходит быстро. Никто не умирает. Оставайся в сове. Зачем тут четвертый хил? У нас есть ДЦ и два шамана. Чек на пол. Без команды босса не пулить. У нас три хила, два шамана из пятой группы и ДЦ. Эмми готов? Помогам там что-то просит Эмми. Кулак. Обновите помогам. Ой, Кисуленька, дай помогам. Пожалуйста, по Эмми. Кулак. Мак. Все, начинай его. Ничего не стопает. Ты куклу выпил? Да, выпил, вот что. А, у меня панель базнулась. Давай. Пальти кук. Эй, диспейте, сейчас я релод пропишу, но... Да, хреново нас не было, извините. Поклонский пей, спасари. Пей. Я не выпью уже. Как ты не выпьешь? Чем ты сюда босса отправил? Патри. Есть. Бежим все к боссу. Сейчас бежим все к боссу. От зеленого слизня. От зеленого подальше. К боссу бежим. Видим босса, бежим к боссу. Цель зеленого сбегает. Быстро. Зеленого бейте, РДД. Холбы отходите от холба. Выйду. Плоский пей как можно. Пение делать квест ваш. Он Диран поднимает. А, так сам не надо поднимать. Беги. Красного замедляем. Полбит на секунду готов. Красного бьем. Бейте красного следи. Так, расскажите. Пельмени летят. Отойдите от пельменей. Внимательно, пельмени. Да, Поклонский пей, вот ты. Путоша следи. Кто-то вокруг нас. Цель зеленого сбегаемся. Побегаем зеленого. Зеленого бейте, цель зеленого. Вешали бота. Пельмени. Колбы сейчас будут. Внимательно смотрите, от колба подходит. По боссам колбы. Пробегайте на первый за... колбам. Отходи от... Уводи от красного. Красный сломаться, уводи. За боссом бежи, от под красного крана уходите все. Поднимаем Леон. Пельмени летят. Красный набирает цель. Изабелла, беги там куда-нибудь. Да, беги вот стеночки, подожди. С красным бьемся. Красный там. С холбы 5 секунд готов. Ушли из-под босса, будут холбы. Красного набиваем. Холбы босс ставит. Вводим. И под зеленого, да, беги под зеленого. Види, сейчас зеленый будет скрываться, скажи. Летели. Пельмени внимательно стоп. Пей лужу возьму. Стопните дома по боссу, стопните дома по боссу. Ждем зеленого, сейчас зеленого добиваем. Стопните дома. Постаните зеленого, добиваем зеленого, потом переводим босса. Цель зеленого сбегаемся. Цель зеленого в черепок. Добивайте зеленого, переводим босса. Колбы 3 секунды готов. Пельмени летят. Пельмени сейчас полгу будут. И фаза. Все, выводи сейчас из лужи его сюда. Даем рост сразу. Води только по краю, вот. Сразу куда-то к стенке его приведи, чтобы мы меньше места разливали. Полгу внимательно. 5 секунд полгу. Просто сменить. Красный, 2
просто с последним дикали. Иди, иди, иди. Встал на пол. Входите. На четырех стаках берешь, на четырех, я взял. На три стака. Трех заберешь и скажу тогда. Пели на тебя обнимать нас. Три стака по кнопке забираем. Все, добиваем, ничего не надо, и там базы, реально. Не успеем убить, пол будем мать. Бежим, 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 бежим. Сдохните от пол, хотя бы от взрыва. Словили добав, да хоть не сдохните от них. Очень интересно. Читай гимн на хп. Читай гимн на хп. Некому читать. А чё вы сдохли, я не понимаю. Все живы же были. Ну хилы сдохли. Там лужа неудобно разлилась просто. Где хилы сдохли? Не сдохли. Или потом сдохли. Ну как хилы сдохли, так и остальные дохнуть начали. Я вижу только магии сдохли. Не дохли хилы. Товар сдохли. Посмотрел, что по колбам, блин, бегал. Я же вроде все вам озвучил. Я всегда говорю, когда колбы за 5 секунд. А ты сказал, так и пробежались по колбам. Ну он изи вей взорвался. Ну нам же нужно стоять всегда за спиной. Там же у нас нет места. Мы ведем там по краешку под стеной. У нас нет, у нас справа уже лужи разлиты. Понятно, что нужно стоять сразу перед спиной босса, чтобы потом по колбам не бегали. У нас нет места, чтобы убегать куда-то вправо-влево. То есть сразу босс, нужно сразу забегать за спину, бить спины. У нас нет выбора. Пофиг на ДПС на тот же. Два раза. Томас, я уже квест попробую пересделать, только я на дон все выключу. Марвин, я не знаю, что у тебя там багнулось. Но у меня просто, у меня стоит аддон, который позволяет кастомизировать интерфейсы, и у меня из-за этого иногда панельки на пушках не появляются, но ясное дело здесь. Я его сейчас выключу, и нормально все заработает. В следующий раз надо заранее это продумать. Ты же давно уже собирался, уже со вчера квест сделал. Да я как-то на войс понадеялся, да. А у тебя точно нормально все будет? Ну, я вот сейчас выйду, аддон выключу, зайду, и все нормально будет. Ну, нормально, стандартная панель у тебя будет, правильно? Да, стандартная панель. Двойка пьешь, тройкой замедляешь, только замедляешь уже потом. Первым можешь не замедлять, наберешь 100 раги, шестеркой кастанешь босса, подождешь, пока он прокастует, он мгновенно бьет. Он прокастует босса, когда босс будет стоять, когда его не будет ходить, чтобы он доставал. И все, потом дальше пьешь и только хватает на замедление, замедляешь всех. Замедляешь всех и красного, и зеленого. Их и по два не бывает, как в мире, поэтому будет спокойно помогать. Не бегайте под колбами, не бегайте под пинелями. Я всегда же вроде все, всегда анонсирую. Когда они летят заранее. Вы все равно стоите до последнего. У нас же у самих есть тоже аддоны. Есть таймеры. Хорошо. Давайте не тянуть время. У нас и так время конец из-за того, что мы вайпим. Поднимайте пашу, давайте быстренько бафы и начнем. Никуда не отходите. Потом на трэше можно будет отходить, если вам очень сильно нужно после крови. Ставлю рыбу возле звезды. Ешьте рыбу, отдавайте ману. Поднимайте там, кто там лежит. Вставайте быстрее. Не покажите, пожалуйста. Антисептик, где вы там? Уверенно, изи-вей, поднимайте. Они там он, справа от входа лежат. Если как забегаете в комнату справа, под стеной.
Флойд, иди сюда. Давайте бафы. Раздавайте бафы быстро. Мы же все здесь почти. Антисептик, ты тут? Бежишь там где-то? Че, уже все тут бафаются, ты бежишь. Так это очень долго. Войд, ты тут, иди сюда. Тут там стал как отшельник. Предлагаю четвертого хила спикнуть. Нормально предложение. Андеран, спекайся в Эрдру. Потому что антисептик опять две пельмени сразу словит, умрет без вставалки, и мы все опять умрем. Ну да, ты прав, но где тут делаешь не за хили, а дело в том, что они тупят. Им все равно хватает, если они будут нормально все делать потом. Да не надо, почему тут хит? Не воспринимай все так весь концерт. Дело не в хите, а дело в том, что тебя указали на ошибки, ты просто подумай, скажи, а ну да, надо исправиться. Как-то там меньше бегать, и все будет хорошо, правильно? А, Алдеран спекнулся, да, надо было? Да нет, ничего. Пила сначала, но нам это не мешало босса убить, понимаешь? Все, давайте бафы, еще раз повторяю все сначала. Варвальдсер садится в куклу по-клонски, ты остаешься в протопале, ты будешь танчить. Просто варим, сделай квест, сейчас у него должно все получить. Хп дайте. Чек на пул. Сейчас Марвин пьет куклу. Как только я вижу, что он выпил куклу, я дам команду на пул. Дайте им пул. И кулак по базу. Да, все нормально пул. Работает с панелями. Пуль босса. Вот пуль. Все. Сразу. Пей лужи все, не копи их. Надеюсь, у тебя сейчас получится. Вот шансы не больше. Ходите. Надо вести никуда босс. Все равно сюда подожди. Смотрите внимательно, где звезда. Сейчас все зализованы. Не все звезду сейчас подожди. 5%. Падающий начинается. Подлагала. Бегите сейчас к стеночке все, отойдите от зеленого. От зеленого бежите в сторону босса. Там зеленого. Зеленого, милики, зеленого. Убейте босса. Кто не видел его, пустите. Красный снимает. РБД в красном. Пельмени, ребят. Пельмени не видите, пельмени. Обидите. Дайте Саялу. Делай вмешательство в кого-то, кто стоит. Дерево там, еще в кого-то. Колбы смотрите. Таргет красного. Отбежали от него. Отбегите от красного. Пельмени летят. Пельмени не ловить. Кто-то сделал квест? Да, все сделал. Ну все, теперь замедляй слизи. Да, он сейчас будет сливаться. Черепок, сбегаемся. РДД, встаньте в черепок, хилы, встаньте в череп. Полбы 5 секунд от босса, дадите пельмени летят, уйдите от пельменей. Добивайте зеленого, потом... По колбам не бегайте, бейте босса. Босс, да? Раз, сейчас не скрываться. Пельмени летят. Замедли красный. Красного бей. Уже замедлил.
Бейте краску. Полбы 5 секунд. Я на спринтах убегу, мог бы не замедать. Пельмени летят. Пельмени. Зеленый сливает. Отойдите все оттуда. Ближе к себе стали. Отойдите максимально далеко. Замедляйте. Я не подойду, не замедлюсь. Стояло зеленого. Цель зеленого убегает. Замедляй его. Почему ты его не замедлил? Не хватит. Черепок. Черепок. Еще раз замедли. Пельмени летят. Внимательно смотрите пельмени. Давайте подождем красного, сейчас будем стопать дома. Пельмени летят, уйдите оттуда. Идите дома красного. Все играем в красного. Давайте добьем красного, потом переведем босса. Колбы 3 секунды. Под босса не бегите, там будут колбы сейчас. Медляй красного по КД. Пей, еще раз замедлишь потом на ротанке. Бейте красного, там колбы возле босса. Добивайте красного. Пельмени летят еще, отойдите от пельмени. Стали. На вкус как вишенка. Ой, извините. Колбы 5 секунд. Астер не заходит. Под спиной. Наоборот. Бежим за медведем, он толстый медведь, такой жирный, черный стоит, это к нему надо бежать. Два стака на нем подложки, готов, четырех заберешь. Все живы, даже, ну все, хоть пельмени летят, отойдите от пельмени. Она вообще нам есть, они живы. Четыре стака подложки забирают. И лишний раз. Только отполз. Колбы. Пельмени. Воу, эти колбы ловят человек 10, блядь. Пельмени летят, отойдите от пельмени. Опять сейчас чуть-чуть позже сказал вот на этих колбах, что они появляются. Буквально за секунду выставили. Все, добивайте, идите, трэш бейте. Волк у хабы, у охотника. Это он саверил в начале инста трэш. Не признался, негодяй. Я? Ты? Уверенно? Или волк твой? Мой волк никак не может саверить, потому что он у меня всегда на этом пассиве. И в тот момент я покашу просто. Я вообще не в игре был. Вы ушли от меня. А я сзади все жду. Я не мог сагрить, что не стоит такие предъявы тебе. А ты хаба? Уверенно. А ты прослушал, наверное, что я про хабу говорю.
заберите уже этого, блин. Рыцаря. Хилый такси. Как вы вообще весь рейд такси, блин. Дай карту. Или бог. Надо было бог. Тогда хилипяст, ты видишь? Давай бог уже. Давай, давай, сейчас бог скину стаки. Бог на мишку. Помру. Хилипяст, ты лут видишь? Меня слышно? Слышно меня или нет? Да. Или пес, ты лут видишь? Так раздай нормально. Возьми просто. А, он не ВРК. Я понял, короче, не слышно. Дай мне лут, я просто потом отдам. Каски, пристабавки, дайте, лапы, крик на хп. И уйдите вниз. На ступенях вам удобно бить трэш? Да, есть печеньки, да.
Давай вторую печеньку и поиск. Отдай просто мне, я сейчас его просто разроду. И так отдам через сабмер. Лера, у тебя печенье появилось или нет? А то фиг его поймет, что за хуйня. Смотри, я сейчас заберу у тебя добычу. И еще раз, ты просто нажми нет, когда у тебя кошка появится сейчас. Да тут это окно появляется, еще не ебу, что заду. А, все. Та печенька появилась, которую ты скидывал? Я типа в кильдии. Да, и все, я короче на себя лут забрал. Мне дает походу. Во. А значит, не получается обратно. У меня просто интернет, что-то вот именно сегодня. Это не. Ну, это не клиент, это именно интернет пропадает. Надо этот дом нафиг снести, что-то мне бесит. Не, просто там, когда на тебя ставят лут, у тебя окошко вылазит, типа, да, включить этот дом или нет. Да, я вижу, мейнспект, оспект. Да, просто да, нажал, и он включился. Ты можешь нажать нет, и типа будет обычный, типа, развал. Я понял. Бьете там за трэш? Ладно, пошел в свои покои. Петь, если ты трэшь, я приду. Прибегу и разролю шмоты. Давай, Боб, 3 стака за себя. Лейтенант. Боб на медведя может кто-то дать, паладин? Не забывал, дай Боб на него. Потому что мы с паладином. Звань защиты по-русски там написано. Ох, дали. Видишь, сразу надо по-нормальному говорить, а какой-то Боб. Ну да. Какие-то одни... слова забугорные, короче. Одни славянины играют, да? Надо подождать. Я ли не буду лейтенанта танчить? Танчите, кто хотите. Сейчас я на пулю будешь, куда ты денешься. Мира, короче. Медведь засыковал, да. Не, так не пойдет, да. Я ухожу. Че за трэш какой-то лютый стал? Я это хилы просто. Ну там офнулся шаман из Зивей, который. А что он офнулся? Писал, что-то говорил? Не видел. Придется кому-то на хила заходить или спекаться. А тут нет ни у кого хила. А может есть у паладина? Можно просто сейчас, ну, Альдеран оставайся в Эрдру. Полич. Ну ладно, они не захилят, если что. Рольте вот это, поезд. Все рольте он был, ешь. Не, я не верю, что они захилят. Ну, втроем и захилят. Захилят. Куда не денутся.
печеньку, ролики, подарите, да. ДК, рога, маг, двоих. И еще одну защитник, воин, охотник, шаман. Все, раздавайте баб, пойдем сейчас три хила пока. Может зайдет, он ничего не писал, может. Потому что у него, как у него, как у меня, интернет там не идет. А у меня просто тупо вот дропается интернет буквально на минуту, и все. Выпускай роутер, он включается. Есть рыба, нет? Я поставлю вот звездочку вот сюда, вот из звезды рыба ешьте. Давайте фулл баф и начнем. На мне нет кулака. Писуленька, это я к тебе обращаюсь. Фарм тоже кулак. Просит, дай, пожалуйста. Черт на пол. Мой на двоих попал на килисете. Кулак варом. Дайте, пожалуйста. Агримар. Ты тут? Он вообще в Долоране. Поставьте шкаф. Экзорцист, поставь шкаф, пожалуйста. Лок, Гарсис, поставь, пожалуйста, шкаф. Кулак раздают, сейчас дадут. Сейчас, пожалуйста, все кулаки. А сейчас еще вара присумоним, а гримары тоже на кулак дашь. Зайди на шамана, если ты можешь, зайди, пожалуйста. Ты не без демона. Совы не будет тогда. Не, мы саму спектр, ага. Да, заходи. Валера, заходить на Иршаму? Да, заходи, нам лучше сова. Хорошо. Когда так нет, еще и без совы вообще плохо. Но мы без демона идем. Ну, демон это такое. Чуть меньше спектр. Давайте я спекну с демона, если вам так сильно надо. Просто не очень знаю, где он. У тебя был спек, да? Да, но я раньше играл давно. А почему? А что они делают? Что тебя не устраивает? Хит от совы будет. Какую шмот? Да нет, да. Не трать мое время, ничтожество. Какого босса? Только что я раздал лут. Если ты на каком-то боссе, почему ты, если я что-то не так и дал, почему ты только сейчас поднимаешь этот вопрос? Сидишь молча, потом поднимаешь вопрос с лутом. Наверное, сейчас на профи раздал там одна шмотка и две печеньки, все по-честно. Мы перерол делали только что перед боссом. Я не знаю, может, я там первый раз что-то свалил. Смотри, смотрю ролл. Эллен Вуд, 95 выкинул. Сколько выкинула? 9. Я только что пересмотрел. Прикинула 49. Так первый раз не считается, потому что мы не могли отдать. Я сказал, я переролю еще раз. Понимаешь? Я не смотрел, что там, потому что даже не я разролил. Я отдал другому, потому что я его сначала не видел, потому что я вылетел. Ну, потому что я не видел там лут. Ничего страшного, эта шмотка не особо очень нужна и важна. Вы смотрели вара? Дайте ему баф. Ты заходишь на шамана? Да, нет, все, вижу.
Ну, я отдал не потому, что там хочу тебя обмануть, понимаешь? Перероли, потому что долго не могу отдать шмотку, отдам потом. Я не буду там запоминать, кто был выролил, кто смотреть, а не на целую ленту толсовал, понимаешь? Просто решил так. Потому что я тебя хочу обмануть. Дело же в отношении. А чё ваши петы ко мне прыгают? Уберите их. Чё вот это такое? Стоял готов? Эйми, принимайте готов. Стоял ты тут? Давайте обсудим вопросы там после рейда. Потому что... Дай. Стоял ты тут? Мар, стоял ты тут? Стоял. Кулак по мишке. Понял, все, пиздец, да? Все, начинай. Вот. Крикните на АП, это дайте кулак по мишке. На ХП, крикните. Так, на кинетике будет сидеть у нас ханты. Два ханта у нас, давайте вы побьете кинетику. Кулак по мишке. Дайте, дайте. Вихер, разбегитесь. Уберите рейндж максимально друг от друга. Убегите в одной куче все. Кулака нет. Суленька, дай, пожалуйста, кулак помоет, там танчик. Я не знаю, как что ты сразу не мог, да? У Гримара, кстати, вара, которого мы присмотрели, тоже нет кулак. А у всех тут это летает? Ларотель. Я ее танчусь. Разбегайтесь. Хаба, подбивай там кинетику. Ханты, останьтесь там. Подбивайте кинетику нам. Есть точно кинесептер? Ядра не срывай. Достаточно ядер набрал? Сколько у тебя их там? Один? Носом. Смена цели сейчас будет. Побежали бить Талдорана. Вихер на ступеньках сверху. Не бегите туда. Не летайте лишний раз. Да все, не надо. Кому надо, убедить там. И мы придем сейчас на леди, на лану, точнее, у меня там минус 20% хп. Слева вихер от нас, отбегите, мы звездой побежали за босса. Все, багру холпали. Отвини, сейчас мы убиваем Талдорана, и бой продолжается, мы бьем лану. Без ничего, понял? Без спелла, без скилла. Просто как манекен тут бьем. Талонара, бейте, вихер отойдите там. И с нее багру хватит. Эми, не улети там. Две багру. Вихер, прожмитесь там, добивайте бот. Отведу. Ну бейте что теперь эту дуру. Давайте убьем, я не знаю. Там на туре манекен сейчас два лута по ДНК. Тени побежали. Сбегитесь с фактом. Просто я осколок, я отдаю Дарином. Она там наверху же и не будет тогда, да? Наверное, нет, не знаю. Да будет. Это Лана с 10 оп пришла. Нет, это типа вот этот персонаж, типа, как не босс считает. Она же там типа сначала вылетает, типа говорит, вылетает наверх, и поверх, и все, и все, и все, и все, и все. Она не бьет почему-то. О, багруха. А с нее нет лука.
вот этого дурака и лейтенанта сам танчи. Тролльчик, кольцо. Грудь тканевая нужна с духом. Запястье лакомое. Напало Дима. Да, не боюсь, что да, роль чисто. Помру я так. И Ice Freeze, что ты АФК сейчас стоишь? Да, у нас вообще РДД очень мало. Что? Ну что тебе опять не так? А кто там пишет? А ничего, что ты ролл кинула уже в самое последнее, даже после того, как я лут раздал? Ну я вижу, да, что ты кинул для соседа. Ну ты кинула после того, как уже вкинули все, я уже нажал, выбрал там человека, дал ему лут, это уже секунд 20 прошло. Нет, я вот вижу, у меня в чате есть, смотри, я отдаю лут, и ты потом гуляешь в лут. Верно. А, тогда и ничего. Не, я не знаю, просто человек докопался, по-моему, стали ходить на колопаться. Фу, я вижу, я отдаю шмот. Уже кинули много человек. Могу даже посчитать. Вот я кидаю наруч. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 человек ролило. Потом ты еще успела умереть, даже потом ты отдаю ему лута. Дальше ролл потом сказал, что умерла. Как бы я что, должен ждать, пока вы все захотите кинуть ролл? Ну да король сразу, я же не знаю, там бьете вы, не бьете, дохнете, не дохнете. Вы видите, шмот королится, я специально в объявлении рейда кидаю ролл на шмот, чтобы вы все это видели и слышали. Видите шмотку, кинули ролл, дальше бьете. Да. Ты стоишь, все кинули ролл, ты стоишь, чего-то ждешь, бьешь, но тебе эта шмотка не нужна, а потом ты кидаешь ролл, после того, когда выполняешь претензии. Это не очень правильно, по-моему. Моровин, ты знаешь, как его сделать? Нужно подходить вместе с МТ, ловить зеркало, потом я отхожу, подходит офф-танк, протопол один, потом я ловлю, точнее, потом кто-то передает мне укус, и я передаю, кажется, три укуса, и все. Да, ты должен словить первое зеркало. При этом должен одеться сейчас в танк, чтобы не сдохнуть. Я в танке. Ну все, заходите все сюда. То есть я просто ловлю дебаф, и неважно, то есть спадет он или нет, или он будет все время. Нет, ты ловишь дебаф, потом с тебя забирает на дебаф протопал. Рассредоточьтесь по серому кругу, РДД, почему вы все справа стоите, а слева никого я не вижу? Готов, Муравин? Да, готов. Пошли. Все, теперь я отхожу, да? Да, отходи. Первый кто-то укус ловит. Давайте его пишем.
Форм, дашь печеньки на рулане. Бегайтесь на пак. Леон, нажми глыбу. Морвайт, можешь подбежать сразу Shadow Morning, чтобы тебе не бегал за тобой. Иди. Да, можешь стоять сейчас в РНЖ, а потом подбежу, чтобы убегать и заканчивать. Бегайте, Стопак. Инки, если на вас тени будут следующие, вы бегаете вправо, так что слева уже нужно залить. Сразу можете с правой стороны от босса встать, готовьтесь вправо. Все, рост не давать вообще в этом бою, просто ждем, пока он передаст крутится. На пак не сбегайте. Тени, если... Учитель БДСМ тени, влево тоже выноси туда, да, вот так параллельно. Беги, отойди от него, хан. Факчен, будь ебан. Сейчас на цель теней кинете антифир. Да. Тени, кош, кош, просто кошми кош, тебя не надо что-то, да? Берите сейчас рейндж, отойдите от лужи. Отойдите оттуда подальше, наберите рейндж максимально. Лилики к стене прижмитесь, РДД рассредоточитесь по серой зоне. Максимально 8. Ну кто-нибудь подойдите. О, все, укусил. Ну берите раньше, смотрите, чтобы возрастника не было. Марван передал укус? Да, передал. Все, это один. Сейчас еще два ждем. 3 секунды, пак. Готовьтесь сбегать. Тени 5 секунд. 2 секунды тени. Марван, тени вынес. Чиньте его, смотрите, чтобы он не сдох. Тени 3 секунды. Духус передавать. Пофиг кому Марван передавать. Вообще лутом, я не знаю. Ваш тупил там. Второй кун, да? Да, передал второй. Пак, сбегайте, с тени на секунду до тени. Изабелла, тени. В правую сторону выносите. Отойдите от них. Салта. Сейчас лучше все. Максимально далеко от лужи отойдите. Все, сейчас наберите рейндж. Не напрягайте хилов, мы сейчас можем сдохнуть. Наберите рейндж максимально. По серой зоне растянулись. Милики, вообще отойдите к стене куда-то подальше. Готовьтесь укус передавать. 5 секунд до укуса. Готовьтесь передавать сейчас. Гимна ману есть? Здесь есть 4. 2 секунды до теней. Можете рост дать. Читайте гимна. У нас нету престол. Ну, один престол. Да, блядь, выбеги, милик, сука. Короче, учителю маны залейте, захиливайте. А у него ХД на озарение. Я все вижу, просто ну нету у нас кому заливать. Не, сейчас меня, пожалуйста, не тут. Бьет этот. Спасибо. Не кому заливать. Попробуйте, один лям остался. У нас есть второй шаман, у нас есть. Меня убили, да. Добивать это не стало 200 тысяч. Ты говоришь,
Дайте гимн, гимна нет, дайте залить ему, ну, некому заливать. КД у Инера. Здесь все вижу. У вас всего два друида, и один из них это ты танчишь. Поднимите друга. Видишь, у нас плюсуют одни роги и вары, хотят вагониться, а никто не хочет зайти на друидов. И на хилов нормально. Сделка вас? Я не знаю. То есть, ну, сущность была, но меня убили. Если тебя убили, ну, значит, ты не сделал. Значит, ты не сделал. Хреново. Ну, посмотри на всякий случай во вкладке в квест, потому что там написано «Выполнено». Да, ну, по-моему, после этого не было особо. Ноль, не было. Нет. Нужна кому-то на PvP? Трэш, эти парши, ходите, дети, трэш. Завоевателя нужен будет? Пал, жрец, чернокнижник. Покорителя. Рога, ДК, маг, друид. Шаман, захиль, пожалуйста, а то я упаду, разобьюсь. А ты мертвым притворись. В полете, да? Вдруг поможет. Так эта трения нужна, в принципе, на PvP только. Мне можно одевать любому. Есть варка желающие еще? У нас тут два слота есть. Это все ливает. Почему вы еще не здесь? Сделал кое-что? Не, не сделал, не засчитал. Потому что ты сделал. Обман. Будем страдать. У него же нету других классов. Кто не хочет зайти на него, все хотят убивать клинков в огонец. Будем страдать, не так. Давайте можно? Тогда я могу на Эршаму зайти, если надо. Так, кто ты? Муравин. Начинайте трэшбить. Я типа вместо АБК теперь могу на Эршаму. А кроме Шана есть кто-то? А, рога есть. А нету Эрдру или Совы? Нет, только вот ДК, рога и Шан. Ладно, заходи к нам на Шану. Не, не надо, пусть заходит. Сейчас, ну, сейчас два босса, на которых не будет больше хилов. Сейчас так пройдем, а потом просто наличаюсь. Ну, все равно он квест не сделал. Ну, в другой раз делаешь, не надо расстраиваться. Еще не последний. Сейчас сделал один квест, один зачитал. В следующем рейде. Хорошо. Кого ты там? Хватит не агрить. Да нормально это. Вы насчет тринки скажете, что ли? Ставлю метки. Бьем сначала печеньку, все. Носителя смерти в первую очередь убиваю. Старни только не сагрить. Ну, станьте так, чтобы остальной трэш пока не сагрит. В первую очередь убьем печеньку. Ладно, нам.
Я там с Тершаной при самого плеча. Печеньку добивайте уже, хотя бы одного убейте. Зачем вы включаете там звездопады свои? Почему там, я не знаю, как вы так агрите трэш? Отойдите от тех, кто кастует АУЕ. Печеньку вы можете добить или нет? Или вы не видите его? Потом череп надо бить. Ищите череп, бейте череп, справа там далеко стоит. Отойдите от тех, кто кастует АУЕ, от других леток, от звезды отойдите. Квадратики, дайте черепа. Тем череп не будет столько много трэш. Милики, бейте остальной трэш, потому череп. Тогда заливайте звезду. Бейте звезду, РГД бейте звезду и печенье. Милики, остальной трэш, заливайте метками и подходите. Но спана заканчивается, потому что немного плохой состав у рейда. О, к сожалению. Придется терпеть. Валера, есть слот или нет? Вот. Это кто сказал? Дэйм? Слот есть. Вот? Да, да. Иду. Да, есть один. Кто нужен? А, кто у тебя есть? Нет, ну кто нужен? Ну, вообще нужен демон. Демон есть? Есть демон есть? Элем есть. Элем надо? Ходи, Элем. Так, а я в демоне последние два босса. А? Я в демоне, говорю, последние два босса играл. Ну я знаю, ну сейчас он зайдет Элемом, а ты спекнешься в вафу. Ты же больше дамаги дашь, правильно? Ходите от полководца, который крутится. Да вы долго идете? Вайпались? Ну, потому что у нас рейджи таких неопытных людей. Да и по классам у нас там тоже не очень. Ну, типа, мы вайпались там, потому что багнулись. Сопки там, кроме квесты, они там много этих. Схилы у нас один неопытный там сдох. Сейчас Валька, да? Да, Валька сейчас 7 рейджи. Когда вершами буду тэпать. А у тебя, типа, Элем... И Эршан, да? Ну да, давай, короче, так, два босса ты ну, Валику и Сидору похилишь, а на меча потом доберемся. Ну что такое, да, подамаги? Теперь силы вообще не ок. Да, давай так, потому что сова нужна. Ты спекни тогда силу одну, ТД. Да, Вальку нужно... Да, Вальку, чем быстрее, чем больше хилов, тем лучше. Там ДДП вообще не... Что-то неинтересно. Ты не... Мы так много времени на пару ват. Короче, самолете я дойду на парню. Ну сейчас мы убьем трэш. Руслана убьем. Ой, ты же с кнутами там. Понял, что вернулся. Ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного гарда, и служите. Сейчас скинтаем. Ну и союзника ты выбрал, Крок. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Я
Что-то ливаешь из района. Есть у кого-то еще спектакль, кроме пятой платы?